Сьогодні в програмі «Жовте тіло при вагітності». Що це таке та чи варто лякатись? Якою має бути мама? Як не втратити зв'язок з підлітком? Поради спеціалістів. Жовте тіло при вагітності часто сприймається жінками як якесь відхилення та змушує їх нервувати. Перш ніж робити самостійні висновки, розберіться в цьому. І краще звернутись до фахівців. Тобто фолікул ми маємо і внутрі нього яйцеклітку. Це відбувається в середині циклу. Фолікул істончається в определеному місці, вскривається і зливається частина вот цієї фолікулярної жидкості, содержащей яйцеклітку. Маточна труба формує отрицательне давлення в себе, внутрі, це теж природний механізм, дуже красивий, всасує содержимое фолікула з цієї яйцеклітки і перистальтирує, ну, подобно кишке, продвигає полость матки туди. Оплодотворення вот цієї яйцеклітки, оно происходит где-то в средней трети, в наружной трети трубы маточной. И продвигается она уже делясь и приходит в полость матки, она уже в состоянии делящегося эмбриончика. На тому месте, где фолликул разорвался, формуется желтое або белое тело. Если возникла беременность, то возникает желтое тело, оно может не только в беременности. Когда беременность возникла, то желтое тело дает гормоны. Иногда даже бывает киста желтого тела. За счет этого существует вместе как-то гармоничная эта беременность на первых порах. Вот. Если беременность не настала, то желтое тело, белое тело, рубцевание вот, и следующий менструальный цикл. Желтое тело при вагітності утворюється в организме каждой жінки и є тимчасовою залозою. Это обычная физиология, она может быть каждый месяц, она так и бывает каждый месяц. Ну, если беременность возникла, то за счет этого желтого тела какое-то время она и живет. Чи змінювати раціон або приймати ліки, якщо в результатах ультразвукового дослідження прочитали слово «жовте тіло»? Не-не-не, не надо бояться, это нормально и у всех. Нормально и у всех. Так должно быть. Рано чи пізно перед кожною матусею постає питання, якою має бути мама? Мама – це саме дороге, саме рідне, саме найкраще, що є в світі у кожної людини. Але мама повинна собі задати це питання сама і зрозуміти, якою ж вона повинна бути для своєї дитини. Деякі мами асоціюють себе з обслуговуючим персоналом. Вона повинна прибрати, приготувати, всіх нагодувати, прати білизну, тобто як постійно доглядати за всіма. Але це не так. Перш за все, вона повинна розумно любити. От на перших порах мама – це ось така ніжна, ласкава, тобто обігріє, пожаліє. Це до 5 років. Потім дитина підростає. І мама повинна стати наставником, порадником. Для більш старшої дитини вона повинна стати другом. В будь-якій ситуації повинна підтримати свою дитину, порадити їй, пожаліти. Ну, до кого ще прийдеш, як не до своєї мами із своїми проблемами? Жодна мама не бажає своїй дитині поганого. А тільки доброго і хорошого. Кожна мама хоче бачити свою дитину успішною, здоровою, в житті, що все в неї склалося. Ну і коли вже для літньої людини мама, це є ну, ось така людина, яка просто тебе вислухає і ну, дійсно підтримає. Материнська любов не повинна бути жертовною. Не можна залишити все і тільки зробити за дитину, подати, принести, тобто це неправильно. Дитина повинна розуміти, що мама – це святе і теж потрібно мамі допомагати, потрібно з мамою поговорити, пожаліти маму. Якщо мама з раннього віку дитини буде робити так із своєю дитиною, вона отримає плоди своєї любові,
дитина виросте теж такою ніжною, ласкавою, довірливою, як і її матуся. Все частіше батьки підлітків чують від свого чада: «Ти мене не розумієш! Я не хочу з тобою спілкуватись! Не хочу тебе слухати! Дай мені спокій!» Они закрываются в своей комнате, они уходят в социальные сети или они уходят общаться с друзьями. И с родителями они не хотят проводить время. И для многих родителей это является такой большой проблемой, большой трагедией. Для того, чтобы таке не трапилось, батькам потрібно пам'ятати одну просту істину. Доверие ребенка, оно не рождается на пустом месте, и оно не появляется вот просто так из ничего. Доверие ребенка к своим родителям и интерес общения ребенка со своими родителями, он должен формироваться с раннего детства ребенка, да? Когда вы вместе проводите время, когда вы рассказываете ребенку о своих каких-то интересных проявлениях жизни, да? Когда вы вообще знакомите ребенка со своей жизнью, когда вы интересуетесь жизнью ребенка. Потому что очень часто наши родители забывают о том, что дети растут и растут очень быстро. Тому перш за все шукайте причину в собі. Ребенок уходит из семьи тогда, когда он не чувствует в этой семье теплоты, когда он не чувствует душевности, когда он не чувствует нужности, когда долгое время, возможно, как бы, или недолгое время, родители могли показывать ребенку, что ты мне не интересен, что ты там не нужен, что ты можешь понимать, или о чем вообще с тобой разговаривать, да, ты когда ты был маленький. Дети очень быстро это осваивают и начинают искать место, где они могут общаться. Они начинают искать место, где они могут реализовываться, где они нужны. Так вот, для того, чтобы родителям не потерять связь с детьми и быть своим детям друзьями, есть такая очень интересная теория. Когда рождается человек, когда ребенок приходит в мир, первый круг, с кем он встречается, это его родители. Это те близкие люди, которых он видит, только открыв глаза и придя в этот мир. Могут быть бабушки, дедушки, могут быть братья и сестры. Це перші люди, які допомагають дитині освоюватись у світі. Проходит время, ребенок растет, идет в детский сад. После детского сада у нас в детском саду начинает расширяться круг, сфера ребенка знакомства, да, он начинает социальную сферу осваивать. Он начинает знакомиться с другими детьми, он начинает знакомиться с воспитателями. Для него уже родители все так же остаются на первом месте, но он начинает как бы замечать, что есть еще другие люди, другие взрослые, которые тоже могут быть интересны. Коли дитина йде до школи, на перший план виступає вчитель. Как это не грустно некоторым родителям понимать, но очень часто звучит фраза у детей, когда особенно там мама или папа пытается что-то ребенку рассказать, что вот нужно решать, допустим, так или нужно писать так, и ребенок говорит: нет, Мария Ивановна сказала, писать нужно вот здесь. И до этой точки. А то, что там говоришь, ты мне мама, ты не знаешь, потому что Мария Ивановна знает лучше. И родители для себя начинают открывать, что, оказывается, уже не они самые главные для своего ребенка, не они на первом месте, а уже на первом месте становится учитель. И родители у нас идут на вторую позицию. В средней школе для дитини провідний вид діяльності – спілкування. Ему очень важно научиться общаться с себе подобными, научиться не просто общаться, а быть значимым в этом общении, быть успешным, уметь и иметь много друзей. И на первое место у ребенка становятся друзья. Учителя уходят на второе, родители, соответственно, идут на третье место. Через время, когда становится старше, уже подросток, да, как раз для него очень важен момент первой влюбленности. Ребенок, когда влюбляется первый раз, вот подросток, для него это очень важно. В цей час друзі опиняються на другому, вчителі на третьому, а батьки на четвертому місці. Якщо ви хочете вернутися на второе місце, станьте для свого ребенка другом. Начніть узнавати, що йому цікаво. Начните узнавать, чем он живет, какие фильмы он смотрит, какую музыку он слушает. Потому что очень часто, когда ребенок становится подростком, почему-то многие родители впадают в состояние такого родительского морализаторства. Я старше, я твой папа, я твоя мама, я лучше знаю, что тебе делать, я лучше знаю, как тебе одеваться, что тебе слушать и что тебе смотреть. И у детей включается очень сильный протест. Это одна еще из причин, по которой дети могут закрываться и уходить из семьи.
тому, что родители включают очень строгий контроль и становятся в позицию над. Станьте со своим ребенком в партнерских отношениях, станьте своему ребенку другом, ведь ближе вас у вашего ребенка нет никого. Однак дуже часто підлітки про це забувають або не знають. Они не верят, они знают, что если я там маме что-то расскажу, все, что я услышу, это только то, что меня поругают и скажут: «Я же тебе говорила». Знаменитую фразу наших родителей: «Я же тебе говорила». Многие подростки, чтобы избежать этой фразы, они вообще предпочитают своих родителей не ставить ни в известность, ни чем они занимаются, ни с кем они проводят время, и как они вообще гуляют. Поэтому для того, чтобы ребенок не закрылся и не ушел из семьи, формируйте совместное пространство вашей семьи. Проводите вместе время, и не только за телевизором или за планшетом, да, ходите вместе гулять, устраивайте какие-то совместные там чаепития, обеды, в традиции, делайте семейные традиции, только начинайте это делать, когда ребенок еще маленький, тогда у него будет опыт того, что с папой, с мамой тоже интересно. Папа и мама — это тоже те люди, оказывается, которые много знают, которые что-то умеют того, чего не умеют мои друзья. И тогда, когда ребенок будет в подростковом возрасте, даже несмотря на то, что там будет гормональный бум, когда там все и так гормоны бьют то вверх, то вниз, то настроение падает, то поднимается, и друзья говорят одно, а там учителя говорят другое, при этом мировоззрение летит ко всем, как бы, да, разрушается мировоззрение, которое дается родители, и нового мировоззрения ребенок-подросток себе еще не имеет, он начинает его только формировать, и позиция «я лучше все разрушу, я буду страшным нигилистом, я буду все отрицать». Но если в семье есть отношения доверия, если в семье сформировано у ребенка то, что я могу прийти со своими родителями, поговорить, и они меня выслушают, они не будут меня осуждать и критиковать, ребенок не закроется, и он не уйдет из семьи. То есть, ну, как бы уйдет из семьи — это не то, что он вышел на улицу, собрал вещи и ушел. Уйдет из семьи — имеется в виду, что он закрывается и личностно не с семьей. То есть у него есть другая сфера, о которой родители очень часто даже не подозревают. И чем занимаются наши дети? Многие родители даже не знают. И когда им начинаешь открывать на это глаза, они говорят: «Нет, это не мой ребенок, этого не может быть». Может. Может быть все. Но самое главное, чтобы родители всегда помнили, что бы ни сделал ваш ребенок, вы именно та последняя инстанция, которая может все простить и все понять, и помочь своему ребенку решить любые проблемы, которые возникают в его жизни. Помогите создать это доверие ребенка к вам. Помогите сохранить эти теплые отношения. Будьте для своих детей друзьями.